Доброго времени суток, зрители, подписчики, Механайз здесь. И моя задача сейчас это сбежать из лаборатории. А какая это лаборатория? Из лаборатории с установкой выжигателя мозгов. Мы видим 29-28 монолитовцев в округе. Слышим крики. Вау, как я проскочил. Внизу есть ли смысл что-то изучать, что-то смотреть? Вон там лестница. Есть ли смысл доставать здесь детектор? Детектор доставать здесь смысла нет. Что-то здесь есть внизу? Нет. Ничего. Что тут за дверью? Я также не знаю этих паролей. И не узнаю, наверное, никогда. Вооружаемся пока дробовиком отбойник. И сбегаем из лаборатории. Монолитовцы будут вооружены гранатометами, подствольными гранатометами. Супер крутыми автоматами, пулеметами. И вот здесь сейчас уже стоит первый монолитовец, если мне память не изменяет. Он стоит там, и он уже стоит с гранатометом. Если мне не изменяет моя память, но... Я же тебе попал по голове. Но, видимо, твой крутой шлем не пробил, а он стоял с пулеметом. Больше нету, к счастью. И по мне открывается огонь, но кто, кто откуда, кто как меня мог увидеть? Вот так вот. Вот и все. Наверняка добивает, посмотрите, наверняка. И мое оружие с оптическим прицелом здесь оказывается немножко неудобным из-за этого самого оптического прицела. Снимаем аккуратно этого монолитовца. Внимание, противник! Противник. А у меня больше оружия и нет, кроме этого единственного дробовика с двумя патронами. Действуем крайне аккуратно, с минимумом смертей. Кто меня видел, а кто видел? Я-то никого не видел, а меня видели. Оп, оп. Осторожно. Давай, давай. Одним выстрелом я вновь погибаю. Загрузить. Васька, гвоздь и... придется взять тебя и снять с тебя оптический прицел. Вот так. Будем действовать так. Будем действовать так. Он где-то здесь, за этим углом. Ну так получше. Вот это получше оружие. Дела обстоят лучше с этой игрушкой, чем этим с дробовиком. Обязательно обшмонать тебя, обязательно. Обязательно. Убрали оптический прицел для ближнего боя. Он был с пулеметом. Патронов у него, конечно же, больше нет к этому пулемету. А нет, есть. Давайте и мы...
пройдемся с этим самым пулеметом. Давайте пройдемся. Вау. Хорошо, хорошо. Оружие несет смерть. Вот этот самый пулемет лежал в башне танка. Вот это плохо. Разрядить и выбросить. Отлично, отлично. Вот этот самый пулемет лежал в башне танка в рыжем лесу. На 2000 патронов. То есть, что можно сделать с этим пулеметом? Сколько можно наломать дров, наломать монолитовцев с этим самым пулеметом? Че, не простреливаешь, что ли? Не простреливает. Два патрона мы подадим. Долгая перезарядка. Все хотят меня обойти. А вот если я подойду, они вдруг начнут прострелить. Вот он. Хорошо, у него тоже было что-то крутое. Опа, опа, опа. А он действительно меня обошел. Но он умер. Он умер от кровотечения. Он действительно меня обошел. С каким-то странным оружием он шел на меня. Пистолет-дробовик. Если там они пройти не могут, то этот путь, да, действительно хорош. Давай. Как хорошо, как хорошо, как мне нравится этот пулемет. Эта игрушка несет смерть моим врагам. Отличная стрельба. Убийственное оружие и повреждение не максимальное, прошу заметить. Не максимальное повреждение. Вижу наверху, вижу. Вижу наверху 4 патрона. Не буду даже пытаться. Выбрасываю дробовик бесполезный. Ух ты. Не может прострелить он, не может. Но голову-то мы тебе зацепим. Голову мы тебе выцепим. Аккуратно, 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 предельно аккуратно мы идем. Через эту штуку они не смогут прострелить, они будут меня просто видеть, злиться, кричать, но прострелить не смогут. Здесь у тебя нет ничего, что у тебя? У тебя подствольный гранатомет, мы его возьмем, снайперская винтовка, граната, колбаса. Мы все это возьмем. Но у тебя же что-то было еще. Из чего ты стрелял по мне? Из чего ты по мне стрелял? Где твое оружие? Подобрали, унесли? Подобрали, унесли. У тебя СВД. Оно мне не нужно. И винторез. Я подбираю винторез, но это не самое мое желанное оружие, не самое мое хорошее оружие, которое я хотел бы найти в этой игре. Не самое мое желанное оружие, с которым я хотел бы пройти эту игру до конца. Еще снайперская винтовка. Но снайперские винтовки эффективны на больших и пустых площадях, а не в этих крохотных помещениях. Но патроны мы все-таки к ним возьмем. Патроны возьмем. А ты меня не видел? Снаряжение живым слугам монолита. Снаряжение. Нет. Нечистое убийство. Убийство, к несчастью, нечистое. Должно было все закончиться очень тихо и спокойно, но нет. Закончилось очень грязно. Хорошо, что глушитель. Вот это меня тоже бесконечно радует, что у меня есть глушитель. И враги не сразу могут на меня сагриться.
после моих первых промахов. Патроны, таблетки, автомат вот этот мне, он близок. Соединить прицел и выбросить. Близок к моему идеальному оружию, но это не он. Этот не тот автомат, который я хотел бы получить. Я ранен, братья. Ранен и убит. Но ты успел по мне выстрелить. Что у тебя? У тебя оружие с нужными мне патронами. У тебя гранаты. Ты ведь хуже того, что на мне. Да. Ценить прицел, выбросить. А что, можно ли надеть прицел? Можно применить коллиматорный прицел к моей винтовке. Шикарно. Хорошо. Кажется, что стрелял в стену. Как будто он стреляет оттуда. Гоша Трубачист. Чуть-чуть подранил Гошу Трубачиста. Самую малость. Я на готове. А у него пулемет. Что тут гранатки? Как? Ага, ну-ка. Вряд ли это его убило. Его это убило вряд ли. Обхожу противника. Давай. Ты будешь уничтожен. Федька самогон. Очень опасные углы, очень опасные углы. Я буду следить за врагом. Какие они быстрые, какие неловкие. Вот они, искусственный интеллект врагов. Вот оно, их использование укрытий. Чего не скажешь в том же метро. Ты не скроешься, лук монолита. Как они бегают, прячутся. Нервное нажатие на спусковой крючок. От меня. Я обойду его. Прошу помощи. Давай, входи, я тебя пристрелю в спину. Вот так. Вот так. Что это? Что это? Что это такое? Естественно, перегруз. Естественно, перегруз. Выбрасываю. Но еще не могу двигаться. Выбрасываю пулемет. Что я подобрал? Крутейшее оружие с максимальным повреждением, но слишком мало патронов к нему. Невероятно крутое оружие. Г3 СГ1. Невероятно крутое оружие с максимальным повреждением. Это оружие даже не буду рассматривать. Рискую, стою, рискую, просто в открытую. Разрядить и выбросить. Поставим сюда тебя. Итак, так. Ты с патронами нужными мне. Идем. Вижу фонарик. Принял много. Почти полобоймы. На грудь принял полобоймы.
и был убит. Какие огромные тушканчики, они ведь обычно меньше размеров. Ах, вот с ними они и перестреливались, и с ними они и кричали «Умри, мрак монолита!» Им они и кричали. До выхода мне еще топать и топать. Самое интересное сражение с монолитовцами у меня, наверное, впереди. Пистолет мне не нужен. Я его подобрал? Да он мне не нужен. Какой огромный тушканчик, они обычно меньше размеров. Но главное, количество врагов поуменьшилось, количество врагов стало меньше. Мне это радует. Идем мы на картах, на корточках, пригнувшись аккуратно, чтобы не шуметь. Вот здесь еще их будет прилично. Увеличивается количество. Но зато я выйду отсюда в полном обмундировании. В полнейшем. С хорошим оружием. Винторез я нашел, но это не то оружие, которое я хотел бы получить. Не то. Вот там где-то кто-то стоит. Я это помню, где-то там кто-то стоит. Радиация. Да! Я ранен. Сохраняюсь после каждого убитого врага. Соединить прицел и выбросить. Близок к перегрузу вновь. Аккуратно, С другой стороны. Нет тут никакой... другой стороны. Какой крутой у тебя был бронежилет. В упор его расстреливаю. И даже с ног не сбиваю. Вот оно еще у него крутое оружие. Из той же самой оперы. Придется тебя выбросить. Что еще мне придется выбросить? Или съесть. И запить. Отлично. 19 патронов. То же самое максимальный урон. И здесь. Но в чем у них разница? Это лучше, чем... вот это? Получается так. Тогда выбрасываем. Тогда наоборот выбрасываем. Выбрасываем вот это. Оставляем вот это. Идем не сразу на выход, а по дальней стене. Чтобы избежать какой-нибудь ловушки, засады и наоборот выйти к монолитовцам сзади, с тыла. Если кто-то меня и ждет. Здесь два контейнера. Зря потопал. Кто-то должен стоять здесь за ящиками. И он стоит. Глушитель очень сильно помогает. Очень сильно помогает. Если бы его не было, враги бы меня обнаруживали просто на раз-два и бежали бы ко мне из дальних частей карты. Тоже интересное оружие, кстати говоря. Сравним. Нет, ну ты хуже. Разрядить и выбросить. Разрядить и выбросить. Больше ничего. Движемся на выход. Мне придется сделать выбор, что выбросить, а что оставить. Потому что на выходе меня ждут мои брошенные припасы. И мне придется сделать выбор, что выбросить, а что оставить.
Коробка должна быть пуста, ящик, но тем не менее сломаем. Тем не менее мы ее ломаем. И аккуратно выглядываем из-за угла. Долгий, длинный коридор. Он значит, что врагов здесь пока нет. Снова никого. Пароль к этой двери. А никак. А не открыть ее. Все. Заблокирован. Я не могу открыть. Я нажимаю, но открыть не могу. Ага, дотопал. Аккуратно, ты все равно сам. Хорошо стоял под лестницей. С чем ты ходил? По-моему, ФАМАС это оружие, если я не ошибаюсь. Не буду. Уже перегруз. Выбрасываем эти патроны. Вот всегда, когда я поднимаюсь в этой игре по лестницам, на высокой сложности, я всегда смотрю вот на опережение, как вспоминаю какие-нибудь фильмы, где поднимаются по лестнице и смотрят они вперед. Сейчас то же самое. Я поднимаюсь и смотрю не прямо перед собой, а вот туда смотрю я, потому что там кто-нибудь меня ждет. И снова 10. Не уменьшается количество врагов. Их не уменьшается. Их по-прежнему много. Лишь глушители и медленные, аккуратные шаги помогают мне не попадаться. Как он меня заметил, а я его нет. Я прикрываю. Перезарядил. Я не поймал его на перезарядке. Я буду заряжать. Сейчас здесь мы кружочек сделаем. Здесь врагов быть не должно. Ну, не должно. Здесь врагов быть не должно. Сейчас там, может быть, один стоит, и оттуда уже идут. Нет, здесь нет. Но мы пройдемся. Опа. Он уже там, он уже ушел. Хорошо, хорошо, четкое попадание. Точное, четкое попадание. Подствольный гранатомет к автомату Калашникова. Мне это не нужно, мне нужны другие желтенькие. Эх, вон он выход. И там стоит, ждет меня. И забираем тебя. С упреждением сыграли. Маневрирую. Обеспечьте безопасность. Маневрируйте, маневрируйте. Ну давай, высунулся сквозь текстуры, получи. Давай, 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 выйди. Чтоб наверняка выйти. Нет, 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 нет. Ну давайте, давайте, испробуем гранаты, давайте. Далеко. На еще, тоже переброс. Хорошо. Обшариваю, рискую, очень сильно рискую. Что это за игрушка? Что ты такое? Выбросить.
Я тебя уже встречал, и я тебя уже отверг. Ты ходил с этим ФАМАСом. Аптечки. Молодец, пользуйся аптечками. Переброс, перегруз из аптечек. Пьем водку, едим хлеб, тем самым избавляемся от сытости, голода и от возможной радиации. Компьютер, вот, пожалуйста, компьютер. Пентиум какой-то. Какой-то пентиум. Выход близок. Близок. Завершение пути этого долгого выхода из лаборатории выжигателя мозгов. Перезарядка, и друг друга мы подстрелили, но я его никак не подстрелил, оказывается. Подстрелил лишь он меня. Нет, нет, к счастью я оказался точнее. А там разве на лестнице я кого-то убил? С чем это ты был? Что это у тебя за игрушка? Стоп, посмотрим. Что это? А, это для... от вот этих патронов. Нет, я тебя вынести не смогу, и если я продолжу играть, она мне попадется обязательно. Да, это лестница, я тебя здесь уже убил. На карте 4 врага, 4 монолитовца, и они вот они. Дергается прицел. Сбегает. Сбегает Валера Вахтер. Ну, не туда, куда я хотел, но тем не менее рядом, лови. Опять рядом. У бочки этой стоять совсем небезопасно. Ты покойник. Слышу двоих. Ну, выходите, выходите. Тебе мы еще вернемся, полежи пока. Пока полежи, к тебе еще вернемся. Вот так. Все-таки убил этого взрывной волной, наверное, я так полагаю. Значит, взрывной волной таки его и зацепило. Комната, комната с аптечками. Хорошо, хотя бы с одной, но тем не менее, это лучше, чем ничего. А теперь возвращаемся к тебе. Возвращаемся к тебе. Не скучал? Не скучал ли ты здесь без меня? Патроны, которые мне нужны. Которые нужны для моего оружия, с которым я хотел бы пройти эту игру. Ну, с одним из оружий. Одно из оружий, с которым... которым я хотел бы пройти эту игру. Ничего. У вас оно есть, то почему у вас в этой игре убрали у них это оружие? Я не хочу пока говорить, какое. Не хочу пока говорить, какое оружие. Да вы, наверное, уже и сами догадались, какой про... о чем идет речь. Да вон он, ты где стоишь. Перезаряжай, давай, давай, хорошо. И остался один, где-то один последний солдат-монолитовец. Винтарь. Какой из них целее? Тот. Выбросить. Винтарь с коллиматорным прицелом. Перегруз. Едим хлеб и пьем водку. Так, избавляться от перегруза, жрем хлеб и пьем водку. Отличный способ избавиться от перегруза и сбить радиацию.
Здесь, кстати, аномалия, если я не ошибаюсь. Опа! Смогляньте-ка! Ух ты! Посмотрите, что? Где ты? Я нахожу артефакт Медузы, радиация минус 3. Просто отлично. Радиация минус 3. Просто получаю минус 3 радиации. Пси-защита плюс 1. И вот неожиданно я получаю... Радиация минус 3, заживление рана минус 3. Я получаю минус к радиации. Вот просто, просто на пустом месте. Просто вот здесь. Чисто случайно решил достать детектор из-за аномалии. И получил хороший артефакт. Безусловно, удачный заход в эту лабораторию. Ну как удачный, он неизбежен. Этот заход неизбежен, отключение выжигателя мозгов. Можно ли ее открыть? Но я... Дверь заперта. В тенях Чернобыля эти двери можно было открыть, убивая монолитовцев и... обыскивая их тела в поисках КПК. В КПК сохранились коды к этим дверям. И они описывали, что типа я помню вот и какой-то пароль, но я не помню, где эта дверь и как эту дверь открыть. Я знаю, что где-то лежат припасы, что где-то у меня есть пароль, но я совершенно не помню, где эта дверь. Там что-то подобное было. Описание к этому паролю. Пуст! Выход чист. Как насчет этого здесь? Выход из этой лаборатории чист. На радаре нет противников, меня это радует. Это значит, что я вышел, сбежал из этой лаборатории с кучей хорошего оружия, с кучей патронов и отличным артефактом на сбитие радиации. Меня ждал бы здесь последний монолитовец, но я его убил с упреждением. Вот он последний был, что, наверное, игрок должен был расслабиться, но нет. Максимальный вес плюс 5 килограмм, кстати, позволит мне забрать то, что мне необходимо. Забирай, то есть минус 3 плюс 1, я получаю плюс 5 килограмм, что даст мне возможность забрать... Нет, не даст. Нет, не даст, нет, даст. Это мне не надо, это мой пистолет-пулемет, дорогой. Что мне не нужно, сейчас мы скинем. Что меня не интересует и что мне не пригодится точно в этой жизни. Эти патроны к нему мы оставим. Что мне выбросить? От чего мне избавиться? Я избавлюсь от этих прицелов, которые мне очень неприятны. Буду ли я пользоваться снайперской винтовкой, я оставлю, потому что, ну, мало ли. А выброшу я, наверное, винторез. Выброшу я винторез или оставлю его? Или оставлю его? Я выброшу тебя. С тобой я точно не хочу проходить игру. Ты всего лишь... Как бы это сказать... Пролог, лишь намек на то оружие, которое я хочу получить. И на этой ноте, ребята, я на спасительной ноте, я покинул лабораторию, я заканчиваю эту серию. В следующей серии я возвращаюсь в жилую зону, в какую-нибудь обитаемую зону, продаю тела монстров, складываю оружие, предметы в какой-нибудь из хранилища контейнеров и ставлю себе новую цель дальнейшим моим действиям. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Механайс.